Всем привет! Мы находимся в Гвадалесте на съемках бэкстейджа для нашей Елены Гернович, лучшего фотографа мира. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. Добрый день, друзья! Сегодня мы снимаем вторую серию проекта 12. Сегодня мы находимся в Испании, в прекрасном месте. Эта крепость называется Гуадалест. Мы приехали сюда специально на рассвете для того, чтобы застать первые лучи рассветного красивого солнца. Ну что, поехали! Сегодня мы снимаем маму с дочкой. Естественно, все вы знаете, что уговорить папу на такую рассветную съемку практически нереально, поэтому решили в неполном составе. Ариш, вообще счастье у тебя в глазах. Можешь изобразить? Медленные шаги в мою сторону. Замерзла? Давайте вы покружитесь сейчас за ручки. Смотрите, как так раз и остановились. Ладно? We keep this loving-ness photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes were never closing, our hearts were never closing. Смотри, какой вид у нас. О, класс. Как здорово. You can keep me. Пойдем вот туда. Давай спинку чуть-чуть попрями, ладно? On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.